Красноярец прямо на глазах оператора украл переносной комплекс фото- и видеофиксации. Мужчина просто закинул треногу в машину и уехал. Хорошо, что водителя удалось задержать, теперь ему придется заплатить штраф. Это не единичный случай. Сегодня специалисты рассказали, какое наказание грозит за подобные нарушения. Стоимость одного такого устройства около 2,5 миллионов рублей, и принадлежат они краевому управлению дорог. Поэтому за порчу чужого имущества хулигану придется отвечать в том числе и по уголовному кодексу, если оборудование полностью выведено из строя. Данная уголовная ответственность может повлечь для гражданина минимальное наказание – это штраф от 40 тысяч рублей, максимальное наказание при отсутствии отягчающих обстоятельств – это 2 года лишения свободы. Вместе с тем, если эти действия совершены из хулиганских побуждений, что достаточно часто встречается, уголовная ответственность будет уже гораздо серьезнее, и срок может составить 5 лет лишения свободы. Между тем, такие переносные камеры уже показали свою эффективность. Всего за полгода на территории края сократилось число аварий на участках, где они были установлены, а на некоторых ДТП не случалось вовсе. Комплексы фиксируют не только скорость, но и выезд на встречную полосу в неположенных местах. Неизменным остались основные принципы работы автоматической фиксации. Это исключение непосредственного контакта водителя с должностным лицом, беспристрастность системы и максимальный охват всех административных правонарушений за время работы комплекса.